Красном углу ринга Ловитков Никита, село Чистозерье. Никите 14 лет, стаж занятий боксом 3 года. Имеет первый юношеский разряд. Всего провел 11 боев, 10 одержал победу. Тренируется под руководством Томасян Артура. Шаламов Станислав, село Чистозерье. Станиславу 15 лет, стаж занятий боксом 3 года, имеет первый юношеский разряд. В соревнованиях по боксу участвует 3 года. Всего провел 25 боев, 20 одержал победу. Выхода в ринг приглашается следующий.